поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю вам всего самого хорошего. Спасибо. Как у нас в ГИБДД говорят, ни гвоздя вам, ни жезла. Это Носоровский, как наша дорога. Спасибо вам огромное. Поцеловать можно? Спасибо. Очень приятно с утра принимать поздравления от наших красивых мужчин. Вот, всего им хорошего. Тоже здоровья их женам, счастья их семьям. Хмурое утро праздничного дня украсили улыбки женщин-водителей. Сотрудники ГИБДД в рамках традиционной весенней акции, приуроченной к 8 марта, вручали автоледи красные розы. Погода сегодня весенняя, настроение должно быть у всех хорошее, в том числе у женщин-автолюбительниц. С самого утра сотрудники госавтоинспекции поздравляли женщин в трех точках. В районе КПП номер 3, на перекрестке проспекта Музрукова и улицы Строителя Захарова и на площади Ленина. Это очень приятно, неожиданно. Я, честно говоря, думала, что меня останавливают в очередной раз за разговор по телефону, но вот оказался такой приятный сюрприз. Приятно. Для саровчанок стражи дорог подготовили около сотни роз. Получая из рук начальника ГИБДД цветок, женщины не скрывали улыбок и от души благодарили. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. По задумке полицейских, они хотели подарить саровчанкам хорошее настроение и напомнить о правилах дорожного движения. Цель акции – не просто поздравить женщину с праздником весны, а привлечь внимание общественности к проблеме безопасности, необходимости соблюдения правил, заботе о других участниках дорожного движения. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.